Орловские полицейские ликвидировали подпольный игровой салон, располагавшийся в самом центре города. Заведение находилось на первом этаже жилой многоэтажки на улице Максима Горького. Скрывался подпольный игровой салон под вывеской «Международный центр логистики». В ходе проведенных проверочных мероприятий из данного горного клуба было изъято 14 игровых аппаратов. В отношении лица, осуществлявшего игорную деятельность, был составлен административный протокол. Сейчас оперативникам предстоит выяснить, как долго функционировал клуб. Наказание же для организаторов незначительное – от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования.